Скинь мне. У тебя получилось! Ненавижу Майнкрафт. Пакетик. Ты понимаешь, что у нас одно сердце? Нет. Короче, да, видите, как вы можете заметить, я могу ее убить довольно быстро. А что ты такая неубиваемая? У тебя точно одно сердце? Конечно же так. Короче, сегодня у нас задача пройти Майнкрафт. И что же мы, конечно же, не сделаем никогда. Да все, хватит подбивать меня. Ты понимаешь, одно прикосновение зомбака, и мы просто отлетаем. С одного? Помянем. Максимально спидраним, так как у нас есть час на то, чтобы пройти Майнкрафт. Если мы проходим Майнкрафт, я тебе должен сотню баксов. Как тебе такое? Окей, я вызов принят. Ну так мы никогда не пройдем, поэтому я и сказал, что сотню баксов. Так, смотри, я тебе скрафтил уже целый набор вкусняшек. Ням-ням. Далее, еда, я думаю, нужна вообще нам еда. Как бы, потому что нам нечего восстанавливать. У нас тут лава. То есть мы можем сразу же скрафтить портал. Короче, смотри, нам даже не нужна никакая броня. Хотя нет, нам нужна очень даже... Хотя нужна ли нам броня? Она же нас не защитит вообще абсолютно никак. Ну так-то да. Но я буду, короче, покопаться. Во-первых, нам нужен уголь, чтобы вы хоть что-то видели, потому что без угля мы просто сдохнем. Уголь. О, я нашел эту, как она называется? Шахта или что это? Ой. Так. Упс. Иди сюда, давай тут дом пока сделаем, я не хочу умереть ночью. Хотя сюда никто, кстати, не проберет. А, нет, проберется. Где уголь? Ну, пожалуйста, дайте уголь. А бобусы сраные. Хотите увидеть слезы пакета? Давай. Поиграйте в Майнкрафт. Уголь! Да будет свет. Мы можем спокойно копаться. Все, уходим из этой фигни пещеры. Здесь вообще ничего нет. Нам бы, конечно, железо найти, и все. И мы можем просто тупо идти убивать этого эндер-дракона. А, нет, нам же надо еще портал найти. Что там надо вообще было сделать? Я без понятия. Птина. Тихо, осторожно, она сейчас тебя укусит. Их трое, вашу ж мать! Пакет, иди спасай меня. Окей, типа тоже ударить, чтоб... Да-да-да-да! Ой, ё-моё, вашу ж мать, я ухожу. Я сейчас в лаву скину, вы доиграетесь, сраные собаки. Они тебя тоже могут убить. Беги! О, все, убил, найс. У меня небольшие проблемы. За мной идет какая-то псина. Блин, я сейчас вспотел аж, когда я убегал от этих чмошников. Фига их ударил, я не знаю. Мы ищем шахту или какую-нибудь пещеру, чтобы найти железо. Если мы не найдем железо, будет все очень-очень печально. Мы знаем здесь, что здесь есть лава. Это хорошо, это отлично. Так. О, да ладно. О, не падай туда. Подожди, пакет, присядь. Ну, ни хрена себе нашли шахту, так понимаете ли. А, страшно, подождите. А давай заснем здесь. Стой. Я вот сюда вот поставлю кровать. Да. Отойди. Да я... Куда она делась? В руках у тебя кровать. Нет, ее нету. Скинь мне... Так, пакет, у тебя есть шерсть? Вот печально, у меня две шерсти, надо бы еще одну найти и скрафтить кровать, чтобы все просто... Больше я полчаса, блин, не ходил туда-сюда. Овечку, слышу овечку, где овечка? Овечка! Дохни. Дай мне шерсть, только попробуй мне не дать шерсть. Тап. Все, я спускаюсь. Главное, мне сейчас не сдохнуть. Такс, я крафчу кровать. Куда бы ее поставить? Вот сюда, все. А, все, респаун поинт поставлен. Тихо, главное, не сбей меня. Ух ты, ё! Сейчас чуть не подорвался от этого крипера долбанного. Ой, как опасно, как же стрёмно. Блин, надо все... О, уголь! Да ладно! Дерево есть немного... Я скинул свое... Подбери дерево. Я свое дерево скинул, ну как так? Это какое-то издевательство надо... Да. Вот так вот мы пройдем Майнкрафт. Короче, все время ходи на приседе. Вот тебе лайфхак.
А, ну вот. Спасибо. Так, у тебя получится свои вещи забрать или нифига? Да, но проблема в том, что если я их заберу, я не смогу поднять. Вот сейчас ты можешь в воду спрыгнуть. Попробуй. О май гад! У тебя получилось! А, ты заагрила, Эндер, чмо! Да пошел в жопу, скелет! Дай бог, ты сейчас меня снова убьешь! Да пошел в жопу, на тебе, сука! А, дерево, нам нужно дерево, срочно. Да ты сейчас меня чуть не скинула! Дерево, надо найти дерево. О, зато крипер разорвало. Пошел в жопу. Подожди, меня-то зачем? У меня вещи! Так, представим, что этого не было. Так, все, теперь мы добываем срочно дерево. Нам нужно дерево. Хотя зачем мне дерево? У меня целый стак. Я тогда, короче, простраиваюсь вниз. Как бы тут сделать... А, все, отлично. Так, я сделал лестницу очень кривую. Короче, смотри, я пробрался на безопасное место. Я нашла... Че? Ты нашла крипера. Да какого хрена? Я просто чуть-чуть подвигалась. Фами, там как туда вообще пробраться? Я не представляю. Не дай бог, я никогда в жизни больше не буду играть в эту игру в таком режиме. О, смотри, смотри, можно по воде подняться куда-то. Подожди, а куда, кстати, я не проверял. Ай-ай-ой-ой. Так а ты сейчас заглебнешься и все будет печально. Да я уже пофать. Мама! Мама! Тебе ж пофать. Подожди, а как спустить? А, вот. Мама, ты че встала мне на пол? Мама! Где тут твои вещи? Давай я их заберу. Так, окей, я спускаюсь вниз. Так, опачки, смотри, смотри. Надо осветить. Ну нахер. Ну ты рофлишь. Все, я сделал все максимально безопасно. Если ты сейчас сдохнешь, я просто не знаю, как тебе помочь. Смотри, под нами зомбаки. Что мы можем сделать? У нас ни золота, ни железа, ни хера вообще абсолютно. Так, смотри, я вот так вот опускаюсь потихоньку. Можно будет их дубасить, типа, сверху, может быть. Ты рукой серьезно будешь их фигачить? Может, ты хотя бы себе что-то скрафтишь? Смотрите, я экспонат. Подходите, смотрите, сколько хотите. Я вас немножко побью, вы же не против. Ой, я упал. Сейчас я все освечу здесь, чтобы они не спавнили здесь. О, железо. Смотри, чтобы ко мне никакая какашка не подошла. Ой-ой-ой. Скелет. Скелет сейчас меня убьет. Сука. Вот скелеты — это огромнейшая проблема. Это просто трагедия всей моей жизни. А вот сюда... Ой. План действий. Я бегу вот сюда. И убегаю сюда нахрен. Все, отлично, уже прогресс хоть какой-то. Блин, пакет, мне тебя жалко. А подожди, ты где сейчас вообще? Где ты падаешь? Бля, хомуха. Придется дольше ломать камень. Да, ну что ты будешь делать, а? Спокойненько. Спокойненько. Да блин, долбанный скелет, что ты будешь делать, блин, сука. Блин, надо быстрее вещи подобрать, иначе все, это просто конец. Быстрее. О! Что это, что я подобрал, не знаю, нихера не знаю. Жители бьют? Так, подожди, да, все бьют, всех бьют. Да сука, блин. У меня такое наслаждение, я убила жителя. Ну, в смысле, этот, с баранами. А, зачем ты его убила, это ж торговец. У меня бомбила от его, чтобы расслабиться. Да как он Да опять он на это... Он на этом же месте меня убил, ты понимаешь? Просто точь-в-точь. Я подобрал свои вещи. А куда все зомбаки делись? Ну ладно, мне это на руку, потому что здесь много железа. Подожди, а куда они реально делись? В смысле, как это понимать? Да ёптель-моптель, а! Как ты на месте просто сдохла? Боже, какое наслаждение. Нету зомбаков. Нету скелетов особенно. Зомбаки похер на них, но скелеты — это просто ужас. А вот они где все. Они в темноте. Они испугались твоего света. Да? Где? Ой, их не надо сюда звать вообще абсолютно. Вот хорошо, пусть они там сидят. Там им и место. Смотри, какой блок я нашла. Оу, что это? Это от лавы что-то такое. Подожди, зомби! Оттолкни его. Пусть он... Все, пусть он горит. А на его можно... А!
Твою мать. Нет, нельзя. Короче, мы не прошли Майнкрафт за час, но мы добыли, посмотри, сколько железа. Больше 30 желез. Нам придется уже продолжить в следующем видеоролике, если он, конечно, выйдет. Сколько лайков за продолжение этого ада? 50. Пожалуйста, не набирайте эти лайки. Не набирайте эти лайки. Ну а на этом подходит наш видеоролик к концу. Всем огромное спасибо за то, что вы смотрели. Всем пока-пока.